если еще больше ужесточится и будет перерегистрация, то получится, что мы фактически окажемся вне закона. Момент перерегистрации и регистрации не менее 500 учредителей – это очень сложный момент, который, ну, большинство церквей поставит вне возможности открыто проводить свою деятельность, как религиозную, так и благотворительную. Чтобы учитывать прихожан, у нас нет такой цели, потому что вход свободный для всех желающих. Запрещено. Так вот, что организации всяких, даже не относящихся к культу действий, будь то там, значит, какие-то культурные мероприятия или там трудовые мероприятия или еще что-либо. Хотя и был. Ну, советское государство, оно все-таки, ну, ограничено, но разрешало издание духовной литературы, Библии, Новых Заветов. Не запрещали, просто, может быть, было под контролем как-то, да, но не запрещали. Евангельские христиане, баптисты, вот сюда, уже здесь непосредственно в Пишпеке они проживали. Также собирались вместе, они организовали общину. Так что наша история насчитывает более 130 лет здесь, в Кыргызстане. Сложный путь домой. Такая грамотная девушка.